Дослушайте историю, дебилы! У меня сердце болит! Переживания, все такое, никакого уважения к маньякам! Я дерюсь с ними самым сокровенным! А они, как паскуды, на повеси! Теперь ты точно меня выслушаешь! Так вот, съезжала как-то у меня бывшая! И, ну, я как бы, меня дома не было, я был на работе, там компьютер стоял, планшет, все стояло как бы дома. Она все раздала, все раздолбала. Сука. Хей-хей, здорово, народ, какие дела? С вами Сергей Халье, вы смотрите канал Hellplay. Надеюсь, у вас отличное расположение духа и прекрасное настроение, потому что мы с вами сегодня продолжаем расчленять ни в чем не повинных игроков в игре под названием Dead by Daylight. Если вдруг вы сегодня решили посмотреть фильм ужасов, то данный выпуск для вас будет неким разогревом перед настоящим ужастиком. В общем, мы играем за маньяка сегодня. И будем играть сегодня, наверное, за маньяка-невидимку. Вы знаете, я тут как бы думал и решал, что мне, наверное, все же надо сконцентрироваться на каком-то одном маньяке. Иначе мы с вами такими темпами хрен кого прокачаем. Ну, посмотрите, четвертый уровень, второй, третий. Учитывая, что мы выпуски чередуем между выжившими и маньяками, а еще и чередуем маньяков, ну, мы так с вами никогда не доберемся до каких-то интересных перков. Поэтому я думаю, что в ближайшее время я определюсь, какого маньяка я сделаю основного для прокачки и буду гонять только за него. Поэтому мы с вами сможем увидеть прогресс, увидеть какие-то интересные перки, ну и так далее и тому подобное. Ну а сегодня мы играем за невидимку, и перед тем, как продолжим и начнем поиск наших жертв, давайте выпьем за то, чтобы у каждого была способность к невидимости. Ну ладно, не у каждого, так неинтересно. Давайте, чтобы... Вот только... Да нет, даже вот если только у вас... Хотел сказать, что у тех, кто меня смотрит, но это тоже очень много. Давайте, только у меня. За мою способность невидимости, давайте. А почему вы не пьете со мной? А, боитесь, что я буду подглядывать за вашими грязными труселями? Не, вы не в моем вкусе, расслабьтесь. Бру чай. Ну а мы отправляемся искать наших жертв. Буйное отделение, приют Кротус Прен. Ну что, будем здесь сейчас бегать в невидимости и искать того, кто сбежал из нашего приюта. Нашего хорошего приюта для щенят. Мы, правда, там держим людей, но... Сами понимаете, проблемы с деньгами у нас нет. Нет ни средств, ни желания строить отдельные приюты для людей и животных. Пусть все живут в одном приюте. И так ведь хорошо, ведь, ну, животные, они милые. И все такое. Ну вы прикиньте, дрянь. Прикиньте, дрянь какая. Повезло, шлюха. Иди сюда, черненькая. Как будто бы она... походила кругами. Да? Странновато. Ясно, она куда-то... куда-то убежала. Да, иди сюда. Она, правда, на спринте и достаточно быстро бегает, но я постараюсь ее нагнать. Прикиньте, шлюха! Как быстро она... перелетела. Иди сюда, я преследую тебя. Отлично! Она слепая, ой, она слепая, как и я! Да, я же хотел разбить, почему? Почему мне не дали этого сделать? Ладно, хотя бы очков немножко наберем. А, вот ты где! На! Отлично, первый удар сделан! Тачдаун, детка! Иди сюда, я захолочу свою елдину куда-нибудь тебе! Межребер! А вы куда подумали, извращенцы? Так, вот ты где, давай. На, удар носорога. Не знаю, почему мне захотелось назвать это именно так, друзья. Удар носорога. Звучит круто, пойдемте, тут как раз генератор рядом. Они тем временем завели аж целых две штуки, а я поймал только одного выжившего. Это очень плохо. Очень плохо, начало не очень хорошее. Оперативные ребята, повисишь? Ну-ка. Вот он! На! Судя, пошли снимать они!
На! Смотрите, кто! На! Так! Отлично! Как я их! А? Ну хорошо, хорошо, мне нравится. На, повеси еще. Давай. Так. Этот парень где-то здесь. На! Так, иди сюда. Там шавуха, вон бежит нигерша. Ладно, оставим нигершу, да? Оставим, наверное. Никто не хочет снимать, там еще четвертый остался. Нет, смотрите, не хочет. Никто не снимает. Так, того бы не потерять. Где? Так, тихо. На! Хорошо, хорошо! Хорошо, хорошо! Опять ту же, кстати. Наверное, бомбануло просто у нее. До свидания. Так, его подняли. Ладно, это весело, по крайней мере. Вот там где-то. Так. Ха. Опа. Слышали? Ха. Так интересно. Я слышал звук. Так, вон там прилезли, пошли. Смотрите. На! Есть! Его еще и вылечили. Паскуду. На! Так. Где у нас тут есть? Ну иди сюда. Он еще и смотрит стулбоксом. Петушок. Вы что, поломали все? Ну ни хрена себе. Давай, я надеюсь. Не, я не успею, конечно, к сожалению. А, не, успел. Так. Тут где-то над нами прям чинит. На! Грязная потаскуха. Так, она куда-то. Постоянно, знаете, путаю, где проход вниз. Вот. Хочу проверить. Висишь? Виси. Так, одного вылечили. Либо она сама. Давай, 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 давай. На! Коварный маньяк! Так. А где яма? А где здесь яма? Я просто не помню. Так, ладно. Надеюсь, она его снять не успеет. Иди сюда, мой зайка. Вот ты где. Ой, да ладно! Да-да, здесь не перелезть. Слишком жирноват для этого. Она себя перебинтовывает, я слышу. Идем, идем. Здесь проходик есть. Так, вот лестница, там скоро вниз проход.
Я запомнил. Вот тут вот. Да, давай. Не мельтеши. Вот так вот. Красавчик. Что, осталось последнее, да? Я слышал, где-то она перебинтовывалась. Чё-то никого. Интересно, пойдет спасать или нет? Потому что она где-то рядом. Либо она сейчас ищет трэпдор. А! На! Она приедет, только тулбокс пришла своровать! Шлюха! Ох, как неудобно-то, блин, с таким большим членом перелазить. Вон она, грязная потаскуха. Представьте, пришла и своровала тулбокс. На, все. Буэнос диас. И все дела. Я не знаю, тащить тебя туда, ты же это, сорвешься, да? Жалко, я тебя добить не могу, у меня нет перка такого. Сейчас там один твой парень умрет. Тан-тан-таран-тан. Моя какая попка, посмотрите. Всегда хотел сделать это с продавщицей в мясной лавке. Ну чё, полежишь или? Ну поехали, давайте, ладно. Как она стонет, господи. Давай, идем. Я боюсь, я тебя, к сожалению, не донесу. Ну типа очень далеко. Вы, твари, все крюки, сука, поломали. Вот так. Ну, да, далековато, да. Спору нет. Не понял? А, понятно. Надо было, наверное, положить и дождаться, когда она сдохнет. Ну ладно, если убежит, то пусть. Я, честно говоря, не такой злой. В смысле, я ее увидел, но не увидел. Типа она внутрь забежала. Погодите. Знаете, со стороны вы наверняка увидели, она себя вылечила. Но вот, когда играешь сам, ты немножко, ну, в другие стороны смотришь. Вот со стороны, когда смотришь, гораздо все легче замечается. Потому что ты не сосредоточен ни на чем. Ты не говоришь, ты ни за чем не пытаешься следить, грубо говоря, целенаправленно. Ты не управляешь персонажем и бла-бла-бла, и еще куча-куча всего. Поэтому со стороны вы наверняка увидели. Но она ищет трэпдор. Это понятное дело. Ну ладно, если спасется, почему бы и нет? На самом деле я бы мог выиграть, но мне лень было ждать, честно скажу. То есть я мог просто... просто подождать, пока она умрет. Наверное, так и надо было сделать на самом деле. И плевать, что долго ждать... Вот. Потому что они крюки все поломали, зашли с тулбоксами ко мне. Крюков не осталось. Надо было просто взять ее и подождать. Потому что до этого нести долго, она все равно потом, даже если ты ее поднесешь поближе, она все равно успеет отбежать на расстояние какое-то, пока ты ее там снова долбанешь. Тем самым, по сути, останется то же самое расстояние, чтобы ее тащить обратно. И она как бы опять будет успевать слезать. Ну, то есть, такое дело. Еще карта, честно говоря, ублюдская для маньяка. Просто пипец. Здесь рай. Здесь столько мест для того, чтобы мансить. Столько... Ну, вы сами видите, да? Просто с ума сойти. В общем, здесь достаточно просто обдурить маньяка.
ну, проще, чем обычно. Что-то не видно, не слышно, голова зачесалась. О! Так, хорошо быть маньяком, можно голову почесать, когда захочется, и не только голову. А выжившие они на очке сидят. В любом случае, мы много очков нафармили, по идее. Троих убили, мне кажется, мы неплохо сыграли в любом случае. Я еще, знаете, сегодня проснулся. Такой сонный прям не могу. И вот еле это. Еле земки свои открыл. И сейчас сижу такой. Опа. Сейчас сижу, честно говоря, такой. Сонный. Вот. Как-то внимание все понижено. Ну, Господи Иисусе. Один выживший. Да ладно! Только сейчас он найден. На! Перебинтовывается, сука. Куда она ушла? Сейчас перебинтуется опять. У нее еще костюм. Темно-зеленый. Ну, такой, видите, да? Справа перебинтовывается. Да, блядь, где? Я слепой, я не вижу! Врача! А себя забинтовала опять. Шлюха. Ой, боже ты мой, а! Ну уже в игры, я не знаю. Сколько можно с тобой бегать, а? Ну давай, давай, роняй. А, я думал, она, ну типа, обманется. Господи, как ты затрахала бедного инвалида-маньяка! Я, блядь, тебя сейчас не знаю, я тебя поймаю, я тебя... Я с тобой, отец твой, не делал такого! Чё я сделаю? Сука, вернись! Ну чё, ты шутишь, блядь? Она шутит! Шутница херова! Хера себе наследила! Нифига себе, это куда? Вон она. На! Я специально, типа, пошел мимо. Ну, сделал вид, типа, я мимо иду. Слушайте, у него спринт, что ли? Чё за прикол такой? Походу, да. Ну, шлюха.
Ну что это такое? Ну это нормальное дерьмо. Ну вот так и будем бегать по кругу. Вот так? Мы вот так и будем бегать по кругу. Если бы не авторские права на Бенни Хилла, я бы вставил сюда эту музыку. Ай, шлюха, бля. Ну, это будет ГГ, конечно. Ну, это, ну, как вот это, вот что, это нормальная игра вообще? Разрабы, конечно, в этом плане просто красавчики. Я к тому, что она, ну, это будет бесконечно. То есть и здесь как бы обмануть кого-то трудно. Она просто может постоянно это делать, так вот бегать по кругу, и ее как бы врасплох не возьмешь в этой ситуации, потому что она просто будет, ну, она даже в невидимости меня видит, ведь невидимость, она тут не полная, как бы, ну, такое искажение видно. И то есть, и вот оно будет вот так вот и вечно, и все. Как бы, либо пока я не уйду и не отпущу ее. Ну это, блин, это отстой. Вот в этой игре, конечно, эти вещи не продуманы. Понимаете, в такой ситуации кто-то должен взять преимущество. Вот эти вот бесконечные, грубо говоря, закольцованные... Ну это бред. Я сейчас специально потеряю ее, грубо говоря. Я специально, то есть, ну, потому что смысла в этом нет никакого. Сейчас она себя вылечит. Ой. И вот здесь ни мастерства, ничего у выжившего нет в данный момент. Это, ну, это просто ГГ. То есть бегаешь, бегаешь, и, ну, вот она себя вылечила, потому что я ее специально отпустил, грубо говоря. Пусть она уже найдет трэпдор, господи! Пусть уже найдет трэпдор. Она же не будет его искать, а сейчас будет щемиться 500 лет. Ой, карта, вот это надо как-то дорабатывать, как-то, знаете. Как-то учитывать эти вот вещи. Иначе вот так остаешься один на один с чуваком, у которого... лечение. Ну и все, и... Да даже если бы не было лечения, вот такой, в такой, грубо говоря, позиции... Ну и все, и вот бегай, либо отпускай. Я-то ее нагнать как-то не могу, по-особенному обмануть тоже. В этой ситуации я говорю. Вот конкретно про эту ситуацию. Только ждать, пока ошибется она, там случайно уткнется в стену и вовремя не нажмет там пробел, например. Ну так себе ситуация. Дожидаться такого... Ну, блин, я уж хочу, чтобы нашел трэпдор, правда. Хочется уже пойти в другую катку и занимаешься вот этим вот идиотизмом. Абсолютно неинтересным. Я, правда, сам еще трэпдор не нашел. Я подсказал ей, не знаю. Ну, типа, походил бы там. Ну вот, окей, наконец-то, господи, наконец-то. Ладно, я ее ударил перед, напоследок. Боже, как я долго ждал, когда она это сделает. Как я долго этого ждал. Слава богу, она нашла. Ну, в общем, друзья, к сожалению, каточка затянулась. Сам видите, по какой причине. По крайней мере, мы с вами набрали очков. А еще, судя по всему, мы выполнили дейлик. Да, видите? 18 с лишним тысяч очков. И у нас сейчас почти 40, и мы сможем прокачаться. Давайте посмотрим, какие перки нас с вами ждут. Итак. Так.
Безжалостный. Любые ватры... Ага, оружием перезаряжается быстрее, время перезарядки... Это, ну, погодите, а у нас же есть что-то такое. А, нет, у нас мертвая хватка. Понятно. Ладненько, давайте прокачаем это. Заодно откроем боксик. В любом случае, тут прокачивать придется все, чтобы получить уровень. Так. Отлично. Уровень четвертый. Что нас ждет на четвертом? Ну, никому не скрыться от смерти. Что у вас поселяется невидимая сила, если выживший находится на грани побега, когда подано питание хотя бы на одни ворота, время перезарядки атак уменьшено на 4%. Ну, так себе перочки. Мне не очень меня впечатляют, честно говоря. Поэтому, не знаю, видимо, нам не везет или что-то типа того. А мертвая хватка... Ну вот, на самом деле, мертвая хватка выглядит лучше всего в данный момент. Она прям очень помогает, мне кажется. В общем, давайте, друзья, пойдемте искать вторую карточку. Вторых выжив. Смотрите на мои стройные ножки. Как смешно. Вот, в общем, пойдем искать вторую группу выживших. А предыдущую катку, возможно, я обрежу, потому что она была такая долгая с этим круговоротом беготни. Возможно, я ее как-то кастрирую, потому что там, ну, очень много ее прям, и ничего интересного не происходит. Хотя, может быть, выложу так, не знаю. В любом случае, вы можете перемотать, если что. Короче говоря, поехали дальше. Буйное отделение, приют Кротус Прен, мать его. Снова, опять, да как угодно. Ну, господи, ну, блин, ну, чё за отстой? Опять начнутся... Ладно. Или это немного друг... Нет, то же самое! Ай. Бедный маньяк. Тяжело быть маньяком, да, Нигерша? О, господи. Ого! Черная. Интересно, тяжелее быть маньяком или черной? Здорово, да. Ты все обронила. Ты как бывшая, которая съезжала с моей квартиры. Привет! Я разрушу, можно? Так вот. Ты как бывшая, которая съезжала с моей квартиры. А, блядь, все решила раздолбать сначала. Там еще один аутист бегает. Да слушайте историю, дебилы! У меня сердце болит! Переживания, все такого, никакого уважения к маньякам! Я делюсь с ними самым сокровенным! А они, как паскуды, на, повеси! Теперь ты точно меня выслушаешь! Так вот! Съезжала как-то у меня бывшая. И, ну, я как бы, меня дома не было. Я был на работе, там компьютер стоял, планшет. Все стояло как бы дома. Она все раздала, все раздолбала. Сука. Так, погодите секунду. Да ладно, да. Не психуй. Хотел далеко отойти, но, знаете, подумал, тут петушок какой-то бегал. Ну ладно. Ага. Так, погодите. Ага! Я так и знал, что ты здесь! Я думаю, петушком пахнет! Конечно, на! О, спасли! Я тебя оставлю на секунду. Да ладно, вы серьезно? Ах ты! Жопа! Еще и наглая! Иди сюда! Надо тебя убрать, ты стулбоксом! Да ладно, ни хрена себе, ты прямо как Шумахер Кругаля даешь! Держи! Иди сюда. А, некуда зайти. Только ты и кусты. Давай, иди сюда. Тяжеловат ты, жопу-то отъел какую. Популярные вы богатые люди. Жрете хорошо, да, Киркоров? Присаживайся. Для моего лучшего клиента. Самые лучшие места. Я постоянно хочу тебя на жопу посадить. И промахивайся, вечно в плечо попадаю. Так, ладно. Слышите? Ну-ка, погодите. Так.
Так. Опа. Алё, хоп. Ну я так и знал. Конечно, вы его сняли. Развели старого маньяка. Пытаюсь слушать их. На! Ха-ха-ха! Surprise, motherfucker! Куда-то побежал. Левачкарик. Что, прямо... А, понятно. Боже, у меня круговорот выживших в природе. Не могу сосредоточиться на ком-то одном. А, боже мой. Идем за ним. Открывайся быстрее. На! Так, один второго лечил. Да твою налево. Видите? Как тяжело маньяку приходится. Ух, ёкарный бабай. Да ладно, ну что ты прямо... На. А вторая где? Ладно, давай, иди сюда. О, боже мой, как я задолбался. Вешать вас. Устал. Тяжелая у меня работа! Работяга-маньяк! Работяга! А, ты все, отъехал! Ну ладно. Слишком много мы тебя сажали на пукан. По-моему, наверху. Так. Давайте искать. Почти завели. У них очень много генераторов, которые они уже позаводили. Так. Уберем отсюда. Опаньки. Так, ну понятное дело, там. Где-то... Где-то здесь. Блин, а? Смотрите, как генератор начали заводить. Никого. Побежали вот туда. Опа!
Да я же... Ладно. Сломаем. Застряли мы немного. Я сейчас очень сосредоточен. Никого, блин! Надо хотя бы еще одного поймать! Так, пойдемте туда. Хотя бы еще одного, чтобы поднабрать очков. На! Сейчас назад побежит. На! Я так и знал, видите? Сказал, что назад побежит. Значит, побежит назад. Фух, окей, хотя бы одного еще выследили. Как раз тут крюк недалеко. Он даже не вырывается, кстати говоря. Какой смиренный. А ты первый раз еще у нас. Добро пожаловать. Мы рады новым клиентам. Очень важны для нас. Ну, блин, на самом деле... Вы знаете, его покидать... Как бы плохая идея, иначе вообще жопа. И как... Да твою мать. Смотрите, вот она. Бежит мысипусечка. На, есть. Разочек садил. Так этот парень еще висит. Ай, твою мать, сняли. Есть. Так, иди сюда. Повесим тебя на тот же крюк, где недавно висел твой четырехглазый друг. Классно получилось, да, как рыбчина? А, ты тоже отъехала. Так, ну, знаете, очки-то мы поднабрали. Они сейчас открывают уже, мы не успеем, конечно. Вон там они уже убежали. Пока я вешал там, т.д.т.п. Ну да, вот они. На, спасибо, что дал ударить, пока. Блин, слушайте, какие каточки долгие, прям не могу. Но на самом деле было неплохо, мы с вами набрали достаточное количество очков, поймали двоих, как видите, я не кемперю, я достаточно обширно хожу, и при этом мы набираем очень много очков, круто, 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 круто. Очень мне нравится играть за невидимку, скажу честно. Давайте, возьмем этот перк. Потом возьмем венок, почему бы и нет, венок, это классно, будем симпатичными, красивыми с венком. И я вам еще чуть-чуть осталось до следующего уровня. А, что ж, ребята, давайте сразу незамедлительно отправляемся на поиски третьей карточки. На этом у нас мы закончим сегодняшний летсплей. Вот, долгий он, не знаю, вырезать, не вырезать. Давайте я не буду вырезать, давайте не буду. Вот, а вы скажете, надо было, не надо было, в общем, напишите. Но все равно жду ваших лайчиков. Ну, правда, приятно, приятно. Мне когда много лайчиков. А, давайте, все, поехали искать третью катку. Кровавая лачуга, свалка, авто, хевен. Ну, наконец-то, хоть какое-то разнообразие под конец. Именно здесь мы закончим сегодняшний выпуск на свалке. Где заканчивают все творческие личности, которые не поняты нынешним временем. Знаете, я его опередил. Вот многие спрашивают, Сергей, почему у тебя нет миллионов просмотров? А вы знаете, я опережаю свое время. Да-да-да-да-да, меня не понимают. Вот потом потомки будут говорить, был такой летсплейщик Сергей Хелги, ну и так далее. Ну, мечты, мечты мои. Привет! Хотел уединиться со мной в фургоне, я ценю это. Ценю это и забиваю тебя в углу. Иди сюда. Моя маленькая девочка. Девочка с фермы.
Я знаю, что многим чудится, что я говорю не с фермы, а с пермы. Я читаю комментарии, и там многие говорили, типа, мне одному показалось, что он сказал девочка с пермы. Нет, друзья, ни одному. Но это говорит лишь о том, что вы озабоченные ублюдки. С пермой, блин, кажется. С фермы, ферма. Животные, там всякие свинки, поросяты, эти, как его, овечечки и прочее, прочее замечательная живость. Да, да, вот правильно, запрись тут, ага. Молодец. Красавчик, все, все правильно сделал. Ползи, ползи. Не знаю, я сейчас вас пока не понесу, двоих вы тут лежите. Куда ты? Почти невидимый. Так, я... Опа. Смотрите, они окружают меня. Сейчас у меня вынужденный кемпинг, друзья, простите. Это не кемпинг, это стратегический маневр. Ползает еще. Ползает у ног дамы. Настоящий подкаблучник. Кстати говоря, мы, в принципе, можем его повесить. Тут крюк, оказывается, рядом. Че, присоединишься к компании? Ее, наверное, прямо сейчас снимут. А, нет, смотрите, она сдохла. Но я бы раньше повесил, если бы обратил внимание на то, что крюк прям второй, вот прям под носом. Я бы, наверное, так и сделал сначала. Заодно дал бы выжившим шанс себя немножко снять. Так, он пытается себя снять, погодите. А, ну все. А, он... Понятно. Ясно, понятно. Почему бы и нет? Здравствуйте, здравствуйте! Дракон Киркоров! Ага, вон он. Иди сюда. Шмотки купил, а скилл не купил. Идите сюда, ребята. Вы мне нравитесь. Вы такие долбоебы. Давай. А тут вот. Вот нормально, хорошее место. С прекрасным видом на... Ну да. Подкачало, я обещал вам другой номер, но... Извините, таков бизнес. Правда, хотел заселить его в хороший номер с хорошим видом, но... Получилось какое-то говно. Погодите. Ага. Да, ты думаешь, мудила, я следы не увидел твои? Че, серьезно? Серьезно, что ли? Хорошо. Черт, а крюка-то нет поблизости. А, крюк... А что показывает вот этот крюк? Там же чувак, погоди. А ну-ка, полежи. Извини. Грубо, да? Это... Не освободите. А, ну, все равно сломается потом. Так, куда мы тебя понесем? Ну, ты сейчас выберешься. Ладно, давай. Давай, давай, давай. Пойдем, дам тебе шанс. Почему бы и нет? А, ты не сопротивляешься даже. Ближе, секундочку. Простите, да. Мы рады, что вы воспользовались нашей компанией по перевозке идиотов. Мы очень вам благодарны и будем надеяться, что вы еще раз обратитесь. Вот так. Спасибо за то, что воспользовались нашей компанией. Низкий поклон. Окей. Окей. Что ж, хорошо, эта качка была короткой, потому что другие две были длинные. Ну, то есть, другие две такие длинные, как мой член, а это как ваша. Ха, это ты! Смешная шутка, да? Нет? Ну и ладно. В общем, друзья, по-моему, мы замечательно отыграли на маньяке этом. Вы знаете, он мне нравится. Возможно, именно он станет моим основным. Возможно, именно он. Интересненько за него играть, достаточно забавно. Давайте посмотрим, какой перк нам подарили на этом уровне. И это перк
хищник. Острая способность слежения позволяет обнаруживать следы, оставленные добычей в течение более длительного времени. Следы от ног остаются заметны на одну секунду дольше, чем обычно. Ну, как бы да. Так нормально, но я уверен, что есть и покошернее перки. Давайте. Давайте возьмем. Тут не хватает нам немножко очков. В общем, на этом мы сегодня, друзья, и завершим наше замечательное, хотел сказать, прохождение, но это же не прохождение. Замечательные катки в Dead by Daylight. Я надеюсь на ваши лайчики. Мне правда очень приятно. Это действительно дарует мне силы делать следующий ролик. Вот вы зря недооцениваете лайки, друзья. Я знаю, что многим, допустим, ролик нравится, но они ленятся поставить лайк. И зря. Ставьте лайки под всеми роликами, которые вам тем или иным образом понравились, либо скоротали ваше время лучше, чем обычно вы это делаете. Потому что это правда очень стимулирует человека, который делает ролик, делать дальше. Вот простой, вот лайк, да, бесплатная же вещь, она не требует ни денег, ничего. И приятно человеку сделайте. В общем, правда, не скупитесь на лайки. Я не только про себя, я в общем говорю. Вы просто недооцениваете это, поверьте. Вот авторы меня поймут, кто меня смотрит. В общем, все, спасибо большое за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Есть группа ВКонтакте, в Стиме, канал на Твиче, второй канал на Ютубе. И есть я ВКонтакте. Все ссылки в описании под видео. С вами был Сергей Хелье. Всем самого хорошего, наилучшего. Всем пока. Привет, ты пришла, как хорошо, наслаждаешься шоу. Да, очень. Мне нужны туфли-танцоры, я не знаю, как их получить. Ха-ха, хочешь танцевать? Он хороший танцор, никогда не видел, чтобы он падал. Получается, он лучший танцор в мире. В мире? Я бы сказал, во всей вселенной. Он всегда... Мы можем работать даже в Торонто. Вопрос только в том, как мы найдем лодку, чтобы туда добраться. Мы слышали, что это лучший способ попасть в Европу. Самое время перестать жалеть себя и начать задавать вопросы или хотя бы послушать ответы. Нужно настроить радио на нужную волну и узнать что-нибудь об этом.